Скандал в партии «Байтак». Члены Политбюро из Алматы самостоятельно исключили из партии своего лидера Азаматхана Амиртаева. На пресс-конференции байтаковцы сообщили, что глава их политического движения неоднократно нарушал устав партии. Однако сам Амиртаев обвинения отрицает и говорит, что никакого исключения из партии не было. Просто некоторые его коллеги пытаются таким образом совершить рейдерский захват «Байтака». Члены Политбюро Политсовета Алматинского филиала осудили предпринятые Амиртаевым шаги по избранию нового состава политического совета партии с грубыми нарушениями устава, репрессии в отношении ряда областных филиалов, достигших наихудших результатов выборов в ходе избирательной кампании текущего года, за финансовые нарушения. В Алмате, получается, группа лиц, которые хотят, которые делают информационную атаку против партии, их цель, они хотят разрушить нашу партию. Может быть, у некоторых есть цель перехватить, хотят забрать нашу партию. Разные люди там есть, среди них есть бывшие банкиры, там есть люди, представители западных стран. Теперь лидер партии, от которого отказываются члены структуры, намерен обратиться в полицию с заявлением. Со слов Азаматхана Амиртаева, дело уже изучают правоохранительные органы, чтобы дать инциденту правовую оценку. На сегодняшний день в Байтаке зарегистрировано 100 000 человек.